Всем привет! Это снова говорящие пальцы. Сейчас я покажу второе назначение отверстия в шпинделе. Здесь сделан конус 120 градусов, для того, чтобы шпиль центрировалась в торце отверстия. Вот я ее закрутил до конца. Теперь поджимаю гайку. Это для того, чтобы она не вывинтилась, когда я буду свинчивать планшайбу. И заготовку с планшайбы. Рассверлю глубже. Конечно, в данном случае торец желательно сделать строго перпендикулярным. Например, проточив заготовку в центрах. Кстати, вот хорошо видно, я снял заготовку с центрирующего отверстия, рассверлил его, то есть в этот момент уже могли появиться погрешности. И навернул на шпиль, у которой тоже не абсолютно соосно. Родной подручник устанавливается немного выше центра, и в некоторых случаях это неудобно. Ну вот, что-то выточил, что непонятно. Ну, надеюсь, после сегодняшнего видео вопросов будет значительно меньше. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну, а кто на канале впервые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. А на этом на сегодня все. Всем пока.